Дорогие наши зрители, не все же нам по Италиям, Франциям, Европам кататься. А то меня уже многие тут начинают писать, критиковать, что вы такие странные пенсионеры, из Италии не вылазите. Вылази, мои дорогие. Если вы посмотрите, то в Италии мы бываем 5, 7, ну 10 дней в году. А все остальное время мы живем, конечно же, в нашей любимой России. И здесь такое потрясающее количество интересных мест. Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие выходного дня. Москва, Таруса, Поленова, Бехово, Дракина. Что это за регион? Это река Ака. Все эти населенные пункты находятся недалеко, в принципе, друг от друга, чтобы вы имели представление. Ну, кто не имеет представления. Я там нарисовал карту и даже таким эллипсом обвел этот район. Едем на 2 дня. Просто отдохнуть, отвлечься, развлечься. Эти места мы очень любим. Знаете, вот вообще странные бывают люди. Я думаю, вы таких встречали. Ну, я обращаюсь к тем своим зрителям, которые являются моими зрителями по-настоящему. То есть, с которыми мы дышим одним воздухом. Вы меня поймете. Вот есть такие у меня знакомые, у нас с Аллой знакомые, которые спрашивают. Ну, к примеру, вы куда едете? Мы говорим, мы в Тарусу. Так вы уже были в Тарусе? Ну, да, были. Были уже, не знаю, раз 5, может 7. А что вы туда опять едете? Ну или там про Италию. Куда летите-то? В Италию летим. Странно, вы же были в прошлом году в Италии. Ну да, были. Ну вот есть такие люди, и что с ним поделать? Я даже не знаю, что ответить. То есть для меня это настолько непонятно. Ну попытаюсь вот сейчас ответить. Вот сейчас как раз у меня мозги заскрипели, вращаются, попытаюсь всем таким людям ответить, ну, попробую ответить с точки зрения их философии. Эти люди, как правило, любят больше кушать, чем путешествовать, да? Вот давайте попробуем ответить с этой позиции. Например, вы любите мороженое? Они скажут, ну, конечно, любим. Если вы вчера ели мороженое, почему вы сегодня опять едите мороженое, да? Или вы там любите бифштекс. Вау, мы обожаем бифштекс. Ну вы же ели его в прошлом году. Почему в прошлом году? Мы на прошлой неделе ели бифштекс. А что вы его опять готовите-то? Ну не знаю, вот насколько у меня получилось доходчиво объяснить эту философию. Философию нашей семьи, философию, я думаю, тех большинства зрителей, которые меня смотрят. Если вы что-то любите, ну почему бы не доставить себе маленькое удовольствие? А мы это очень любим делать. Итак, начинаем путешествие. Итак, мы с вами в маленьком городке Таруса, Калужская область, на берегу реки Ака. Чем этот город известен? Об этом городе я уже снимал, по-моему, пару фильмов, поэтому... Ну что, ну все равно повторюсь, потому что многие не видели мои предыдущие фильмы. Это старинный русский город или городок, как правильно его сказать, примерно около 40 километров от Серпухова, километров 70 от Калуги. Имеет статус природно-архитектурного заповедника и внесен в перечень исторических городов России. Мы сейчас с вами находимся в главном храме, в соборе города Тарусы. Здесь шла служба, и мы не планировали зайти в храм, но колокольный звон нас привлек. Мы заглянули сюда. Посмотрите и вы, когда будете в городе Таруса. Большая площадь, стоит там дедушка Ленин, никому не мешает, никто его не сносит. Вот приехали какие-то ребята, приехали на каноэ, на таких лодочках маленьких. Видно у них путешествие по Оке. Я когда видел, смотрел, как они плывут по Оке, я прям обзавидовался. Квас продают, представляете, лимонад, детская площадка. Чтобы вас сильно не напрягать, я не пойду вместе с вами по музеям. Но, тем не менее, я покажу 2 основных музея, которые находятся в городе Таруса. А вдруг кому это будет интересно? Первый музей, конечно же, посвящен
Цветаевой. Она здесь жила, особенно в детстве, очень любила этот город и мечтала быть похороненной в этом городе. Мы с вами скоро сходим к камню, который стоит на том месте, где она мечтала быть похоронена. Но, к сожалению, она умерла на севере в городе, по-моему, сейчас скажу, Елабуга, по-моему, город называется. Вот, и могила, в принципе, ее осталась неизвестной, не найдена. И Паустовский, все знают этого знаменитого русского писателя, тоже здесь есть дом-музей, он долго здесь жил, писал и очень любил этот город. Я вам просто рекомендую, дорогие мои зрители, если вы не любите музеи, если вас это не привлекает, да просто погулять по этому милому городку, посидеть вот здесь на берегу реки Ака, тут потрясающие виды. Если есть возможность, если есть деньги, а много не надо, порядка от 500 до там, 1000 рублей, можно сплавать на катере или на большом, или на маленьком, как вот этот катер. Он стоит туда-обратно, до Поленова, как правило, от 1000 до 2000 рублей, ну, как договоритесь, потому что это, в общем-то, частники возят, и можно торговаться с ними. Или вот такой большой теплоходик, который вы видите, точно не помню, ну, тоже там цена относительно, там два вида теплоходика ходят, где-то порядка от 200 до 500 рублей, там, туда-обратно это стоит. Красивая липовая роща. Много сюда приезжает рыбаков порыбачить на берегу Оки. На самом красивом месте в городе Таруса, мимо которого вы не пройдете и обязательно здесь побываете, стоит замечательный памятник Марине Цветаевой. Буквально в 100 метрах находится памятник Белле Ахмадуллиной. А еще пройдете метров 100, памятник Паустовскому. Очень добрый памятник. Он стоит со своей любимой собакой. Вдали вы видите церковь Воскресения Христова. Туда мы сейчас с вами и отправляемся. Потому что внизу под церковью находится камень Марины Цветаевой. Алла Кошка всю жизнь мечтала быть экскурсоводом. Собрала где-то народ в Тарусе. Говорит, а не хотите ли мы вам проведем экскурсию? Они заволновались, говорит, хотим, конечно. И пошли вместе с нами. Алла Кошка шла, всю дорогу им рассказывала о местных достопримечательностях. Так мы и окупили нашу поездку. А вот вы видите памятник, камень Марине Цветаевой. Марина Цветаева оказалась, когда в Елабуге, очень тосковала по любимой Тарусе. И именно тогда она написала такие строчки. «Я хотела бы лежать на Тарусском Хлыстовском кладбище под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника. Но если это не избыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет. Я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили старусской каменоломни камень». Так она и получилась. Вот здесь на лавочке посидеть одно удовольствие. Посмотреть, как проплывают катера, лодки, как течет река Ака. А мы сейчас с вами вместе отправляемся по этой реке в Поленово.